Этого дня ждали как краснодарцы, так и футбольные болельщики всего мира. Сегодня в городе встречали Владимира Путина. В соцсетях по этому поводу высказывали предположение, что он назовет Краснодар местом проведения чемпионата мира. Но, увы, не случилось. Однако многие горожане считают, что кубанская столица достойна этого. Владимир Путин встретился с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Российский лидер заявил, что наша страна в срок достроит все объекты для проведения Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. На совете при президенте говорили сегодня и о развитии физической культуры и спорта. Участие в нем приняли заместитель председателя правительства Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков и губернатор края Вениамин Кондратьев. Перед тем, как начать заседание, Владимиру Путину показали футбольное будущее Кубани. Глава государства посетил детскую академию клуба «Краснодар». Вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края они побывали на тренировке воспитанников школы. Этот спортивный интернат – один из самых крупных в Европе. Это какой класс? Седьмой, шестой. Какой это? И учитель здесь, да? Да. И учиться нравится, и футбол нравится, да. Все нравится. Счастливые ребята, все хорошие. Добавлю, что на совете планируется обсудить совершенствование системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте.